Уфимский суд сегодня рассмотрел дело о школьнике, который в свои 12 лет весит 120 килограммов. Его мать Карему Бибарсову ограничили в родительских правах. Суд посчитал, что женщина просто закормила ребенка, и теперь у нее есть 6 месяцев, чтобы доказать, что она способна ограничить сына в еде. Причем общаться с мальчиком она сможет только по выходным, во все остальные дни он будет в специнтернате. Соцработники доказали, что из-за лишнего веса Дауд крайне редко выходит из дома, несколько месяцев не посещает уроки с согласия матери и поэтому отстает в развитии. Шестиклассник, как оказалось, едва умеет читать. 12-летний мальчик читает по слогам, пишет печатными буквами. Кроме того, страдает избыточной массой. По данным обстоятельствам, 44-летний Уфимка неоднократно вызывалась на комиссию по делам несовершеннолетних, на которых она давала обязательства о том, что будет надлежащим образом исполнять свои родительские обязанности. У женщины есть 6 месяцев, чтобы исправить ситуацию. По словам родственников Каримы Бибарсовой, женщина сейчас якобы проходит обследование в психиатрической клинике. Она крайне тяжело переживает расставание с сыном.